Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилла, вы на канале Кириллки, и мы сегодня снова все на проекте Amazing Replay. Это первый снимачок, вся информация есть в описании под видео. Сегодня будет такое необычное видео, я такого давненько не делал, но хочу кого-то сегодня реально порадовать, подарить настроение на все лето, потому что сейчас лето, первый месяц, как бы много рыжиков играет на проекте, и хотя бы кому-то одному я хочу сегодня помочь и как бы дать ему денег, чтобы он купил себе машину, одежду, возможно квартиру, либо просто принять его семью. Поэтому, пацаны, я надеюсь, что вам такой ролик понравится. Если здесь будет много лайков и комментариев, то бюджет уже в следующем видео будет побольше. Короче, все зависит от вашей активности. Не забывайте выделить по промокод, потому что это очень, пацаны, нужная вещь. Пишите MM, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Game Капсом, за который вы получите 450 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Replay. Поэтому всем советую вводить мой промокод, он есть, если что, в описании под видео. Поэтому не забывайте, вводите и получайте деньги. Я рандомно сегодня буду выбирать игрока. Онлайн как бы у нас 400 человек. Сегодня X3 день, то есть много рыжиков, много работяг. И мы рандомно постараемся кого-то выбрать. Я не буду как бы специально кого-то искать. С помощью программы, с помощью там рандомайзера мы зайдем и как бы посмотрим, в принципе, кто там выпадет. И как бы какой ID выпадет, тому в принципе мы будем помогать, если он, конечно же, в этом нуждается. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, я зашел уже, получается, на сайт random.org. Онлайн сейчас у нас 412 человек, поэтому давайте сгенерируем и выберем кого-то для нашего видосика. Так, ID 95. Так, это пацанчик из моей Фомы. Только я не знаю, какой у него там уровень, давайте посмотрим. К сожалению, пацаны, у меня ютуберка, у меня неполноценная админка, поэтому что-нибудь смотреть я конкретно не могу. Но у него, пацаны, 12 уровень, я считаю, то, что это как бы не рыжик, потому что рыжик это там 1, 2, 3 уровень, там 5 максимум. А у него уже 12 уровень, он может работать и на дальнобойщиках, либо еще где-то, поэтому я считаю, ему помогать не нужно. Давайте еще раз нажимаем кнопочку. Так, 230 ID. Ох, нихуя себе, пацаны. Читак, как бы, читак. Я просто нарвался на читака, пацаны. Давайте я в YouTube чат напишу. Так, 230 чит. 230 просто чит, пацаны. Я просто зашел и нарвался на читера. Да, он, это читер, пацаны, он с рванкой еще. Да, он просто с рванкой ебашит всех. Я просто в ахуе. Давайте его зафрижу. Так, фриз. Так, все, он вышел из игры, либо его забанили. Не судьба, пацаны, не судьба, поэтому выбираем другого игрока. Это у нас полицейский, но я думаю, он тоже у нас особо в деньгах не нуждается. Так, 17 ID. Пацаны, на самом деле это сложно как бы найти еще самому, но здесь у нас решает рандом. Опа, так, 17 ID. 17 ID. Так, давайте посмотрим, какой у него уровень. Первый уровень, пацаны, Максим Камера, у него ник. Так, вот это, я думаю, нам подходит. Так, Джет Хэрри 17. Так, привет, у тебя есть голосовые связки? Давайте с ним пообщаемся, возможно, он может разговаривать. Короче, я, получается, ютубер, и я хочу тебе помочь. У меня сейчас рубрика такая, как бы, помощь рыжику рандомному с нуля. То есть я готов тебе купить автомобиль, там, квартиру, одежду. Ты согласен? Материться можно? Да, можно, конечно. Так, с чего предлагаешь начать? С одежды, может быть, с машины там и так далее. Что тебе интересно? Я недавно квартиру купил. Хорошо, тогда давай, я думаю, тебе выберем какую-то машину. Что-то он какой-то странный. Либо у него лагает, либо я не знаю. Как авто посмотреть? Ну, на метку заходишь просто и все. Просто если я куплю машину ему, то я смогу ему ее подарить только через час. Ну а столько времени ждать, как бы, я думаю, не особо хочет. Да, у меня бюджет всего лишь 1 миллион рублей. Ну реально, у меня больше денег на аккаунте нету, как бы, вы сами понимаете. То есть вот, у меня больше денег вообще нету. То есть я готов ему реально последнее дать. Я как бы себе еще заработаю. Вот, у меня на бизнесе даже денег нету. У меня бизнес почти пустой. То есть я готов как бы ему свои все деньги дать, чтобы он купил себе... Ну пацана реально лагает. У пацана, походу, слабый комп, либо инет. Я, короче, не знаю. И поэтому у него не особо получается как бы посмотреть автомобили. То есть я хочу, чтобы он сам себе выбрал машину, чтобы я как бы его не заставлял покупать то, что именно я хочу. Я хочу, чтобы он сам себе выбрал автомобиль. Так, 221.
Что-то, пацаны, читеров очень-очень много развелось, я вам так скажу. Давайте мы найдем, наверное, другого человека, потому что с ним реально очень сложно. С ним прям максимально сложно. Давайте его телепортирую обратно, я ему просто дам немножко денег. Ну, потому что с ним реально неинтересно, пацаны. Я все, конечно, понимаю, но с ним реально неинтересно. Он просто бегает, и все. Он просто бегает. Я ему просто накину 50 тысяч за то, что я его потревожил. Он все-таки работал на лесопилке. Бля, у него интернету пизда просто, походу. Он просто меня не видит. Я, короче, ему дам 50 тысяч. И мы постараемся найти другого человека. Короче, у него очень слабый интернет, поэтому у нас с ним ничего не получится вообще. Я бы, наверное, Приору лучше бы взял, на самом деле, чем Весту. Лучше пусть Приору реально берет, она будет пободрее. А лучше Приору бери, мой тебе совет. Она самая быстрая здесь. Ну, такая бодренькая. Ну, блядь, ну, как бы, да, кроме Приоры. Он бы мог себе волчок купить, реально. То есть, в Мерседесе там есть машина за лям. Я это точно помню. Брать, что, может, цены повысили, но я в этом очень сильно сомневаюсь. Поэтому, так, что он себе купил что-то? У тебя квартиры нету, да? Квартиры у него по-любому нет. Поехали, я тебя в семью приму, и возле особняка сможешь машину заспавнить. Ну, бля, я, пацаны, в ахуе, честно. То есть, видос реально очень сильно затянулся. Понятное дело, то, что я его обрежу, там, это все такое. Но я думал, получится, как бы, немножко побыстрее и поинтереснее, но что есть, то есть. Что, я предлагаю тогда тебе еще поехать одежду купить. Там шмотик просто себе купит, будет уже богатый такой пацанчик, просто такой мажик. Ну, то есть, лям, как бы, вы скажете, блядь, это мало, типа, пацаны. Я понимаю то, что лям это мало, но не забываем то, что я не хочу портить экономику, не хочу портить пацану игру. Если я ему дал бы там 10 лямов, 20, 30, 40, 50, то есть ему потом было бы неинтересно играть. А так он сейчас себе купит одежду, он купил себе машину, у него останутся еще бабки там на бензин, там еще куда-то. То есть у него появился интерес играть. Он себе потом в будущем сам заработает на BMW, на Mercedes там и так далее. То есть я ему дал толчок. Я ему просто дал толчок для того, чтобы он начал как бы зарабатывать сам, чтобы у него был стимул, чтобы он мог нормально передвигаться по серверу. То есть ради этого я как бы это все делал. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Как бы можете написать свои мысли в комментариях, продолжать ли подобное снимать или нет. Да, давай, удачи тебе, как бы, всего хорошего. Будут вопросы, как бы, обращайся. Все, пацаны, короче, всем пока-пока.